для любителей люксовой недвижимости. В этом обзоре будет обзор дома, который находится сзади меня. Он находится в городе Форт Латердейл. Район называется Виктория Парк. Это всего лишь 5 минут от пляжа и, ну, буквально 5 минут пешком идти до самой популярной улицы Ласолас. Немножко об этом доме. Прежде чем мы зайдем, я покажу вам этот абсолютно красивый, современный и совершенно новый дом. В нем 3 спальни плюс офис, а гараж на одну машину, 4 санузла и по размеру 3100 квадратных фитов. Как я сказала, его только-только что построили. А это вообще считается как таунхаус, потому что он состоит из двух частей. В одной части живут одни люди, в другой части другие люди. Но тут нет никакой HOA, и вам все принадлежит, начиная от крыши и заканчивая землей, которая находится под этим таунхаусом. Когда я увидела этот таунхаус на картинках, на фотографиях, мне так понравилось, и я прям очень захотела сюда приехать и показать его вам. Вы что, готовы со мной посмотреть этот красивенный таунхаус? Пойдемте. При входе нас встречает вот такой коридор и высокая дверь. Все двери тут почти 10 фитов высотой, и потолки почти 11 фитов, а в некоторых местах даже доходит до 12 фитов. При входе у вас тут сразу, вы можете в гости пройти, или вы, туалет. А, тут небольшой такой клозет и вход в гараж. Гараж на одну машину, но тут еще есть дополнительный спейс. Полы тут все из травянтиновой плитки по всему дому, одна та же плитка. Очень много окон, они все отсюда до сюда 9 фитов, и там еще такой промежуток для того, чтобы установить туда блайнд. Ну и сразу мы проходим самую, наверное, красивую, или одну из красивых частей дома, это кухня. Ой, как она мне нравится, я просто обожаю белые кухни, особенно когда они такие современные, лакированные, новые и красивые. Как вам кухня такая понравилась? Или вам больше нравится коричневая кухня? Оставьте в комментариях. Тут очень много бытовой техники. Кстати, холодильник. Тут даже не догадаетесь, может, сразу, что это холодильник, потому что такая облицовка под кухню. Но он тут есть и достаточно большой. Холодильник. И внизу морозилка. Естественно, дом идет со всей бытовой техникой. И даже мебель, которую вы увидите, она тоже может, ну, за определенную стоимость, конечно, включиться в дом. Там. И дверцы тоже так интересно все открываются. Просто на них нужно нажать, и она откроется. Вот. О, а нет, тут вот так нужно открывать. А, так, тут у нас тоже так интересно они сделали, эти тумбочки облицевали как stainless steel, не просто белым, а как будто бы тут что-то такое из бытовой техники, а тут просто полочки. И еще что мне нравится, ну это в люксовых практически во всех домах сейчас делают, вот такую вот называется waterfall столешницу. Она сделана из кварца одним куском. Ну и этот отдельный кусок, конечно, смотрится просто супер класс. Зацените эту люстру. Мне кажется, это, ну, просто кусочек какого-то искусства. Тут ваши гости могут расположиться для того, чтобы отведать вкусной пищи. А дальше вы можете расположиться для того, чтобы провести вечер на этом мягком, удобном диване у просмотра интересного фильма. Тут очень приятно находиться, прям, ну, класс. Я, честно говоря, мечтаю о таком доме. И тут вы сразу можете выйти на улицу, где, кстати, есть отдельная полная кухня. Все, что вам нужно, есть: холодильник, раковина, гриль, приготовить пищу, тут даже небольшая территория, можно какую-то даже небольшую другую площадочку, и можно даже тут отведать пищу.
Все окна, они противоураганы, хотя в этом доме не нужна flood insurance, то есть страховка на наводнение. Ну что, пройдем теперь на второй этаж, где мы увидим все спальные комнаты. По планировке. С одной стороны одна спальня, с другой стороны две спальни. И сразу при входе вы попадаете в такой открытый и очень-очень светлый офис. Тут тоже высокие потолки. Тут кондиционер. Кстати, на каждом этаже свой кондиционер и свой water heater отдельный. Сейчас мы проходим самую главную спальню. Очень-очень-очень просторно. Смотрите, как огромное окно. Тут, кстати, завышенные потолки, что дает еще больше пространства. За окном много зелени. Этот райончик, я вижу, расстраивается в отношении, если какой-то старый дом, то его заваливают, убирают и строят новый, большой, такой современный. Поэтому очень много вокруг домов, больше 2 миллионов долларов. И сейчас мы проходим по такому широкому коридору в клозет ее и его. И дальше проходим в санузел. Тут еще дополнительный клозет. Отдельный туалет. Очень большая душевая кабинка, где все сделано мозаикой прямо до потолка. Везде вокруг. Очень красиво. Аккуратно, мне нравятся такие нейтральные тона. По максимуму будет всем подходить. Большие две раковины небольшие, но большая поверхность, что дает много места для 2 людей. Много тут полочек. Тут отдельная лондри комната. Смотрите, какая большая комната. Тут можно было вообще офис сделать отдельный, да? Но посвятили этой лондри комнате. Даже есть и холодильник для вина. Не знаю, правда, зачем холодильник вина в лондри комнате, но он есть. Так, тут у нас еще спальня, тоже хорошего размера. Клозет. Кстати, двери. Хочется обратить внимание на все двери. Они все как бы полные двери, деревянные, то есть они не пустые внутри. И вот эти штучки, которые держат дверь, они тоже очень качественные. Тут вообще ничего нету из Home Depot. Очень много, что даже привозили из Италии. Деньги не экономили на этом. Да. Да. Тут ванна небольшого размера. Ну вот это идеальная комната для деток. Ну или для гостей, которые тут не будут очень долго жить. А детки, конечно, тут просто идеально. Эти две комнаты, им тут вообще просто какой-то ран на земле. Тоже большая комната с высоченными потолками. Мне очень нравится, что они тут очень хорошие окна сделали, большие. И везде сделали место для того, чтобы установить жалюзи. Тут единственное, как-то клозет небольшой. Конечно, хорошо, что он есть, но клозет небольшой. И еще один санузел. Все сделано в одинаковых тонах, чисто красиво. И даже тут есть окно, что позволяет натуральному свету проходить. Мне дом этот прям очень понравился. Я бы с удовольствием в нем жила. Какое сложилось у вас мнение? Понравился этот дом? Нет? Напишите в комментариях, что еще хотите видеть. Конечно, есть какие-то минусы в этом доме. Ну, какие минусы? Вот, чтобы я перечислила, да, из минусов. Цена. Хотелось бы, конечно, чтобы он был подешевле, но, с другой стороны, сказали, что дом, который рядом продался, он продался за 1 600 000, то есть чуть-чуть дешевле, но он продался просто буквально в один день, как только поставили на маркет, поэтому строитель сказал, этот дом точно продастся за 1 700 000, а другой строится, правда, с бассейном недалеко, за 2 200 000. Поэтому цены тут соответствующие, но и локация просто супер удобная. 5 минут пляж, Ласола стрит буквально, вы можете пешком пройти. И несколько парков рядом,
всегда солнечно, красиво. Привет из Флориды, Юлия Лысенко. Подписывайтесь, если еще не подписались. Тут мы заехали на остров Навара Айл, называется, недалеко от Ласола Стрит, ну прям, можно сказать, продолжение Ласола Стрит, чуть ближе к пляжу. Они все дома находятся на канале. Это один из, ну, таких очень дорогих районов, естественно, тут таких много, потому что очень много тут искусственных каналов. И где вот дома расположены со своими причалами, яхтами, лодками. Вот это я понимаю, прям Флорида. Вот, вот это вот самое что ни на есть, такой майамский стиль. С G-Wagon'ом, с рейндж-роверами. Такая красивая зелень. Каждый дом, он как-то по-другому... по-разному сделано, везде интересная такая архитектура и ландшафт красивый везде, прям можно на каждый дом смотреть и любоваться. А сюда мы заехали на остров Хенрик Айл называется, тут одни квартирные комплексы, но все на воде. Все квартиры, что я не смотрела на рынке, они 3 спальни, 2 ванные комнаты, то есть достаточно большого размера, ну от 2 миллионов и выше. Тут попадается немножко домов. Ну, да, мы уже почти выезжаем, но вот тут, как видите, одни квартирные комплексы. Мы продолжаем ездить по районам Форт Лодердейла. Тут, конечно, шикарных домов. Выбор просто... Такое ощущение, что конца и края нету. Ну, попадаются, конечно, попроще дома. Вот, допустим, это считается тут простой дом, да, и дальше, смотрите, ну, какая красота. Я посмотрела, они где-то примерно от 8 до 10 миллионов. Ну, такой, наверное, будет 12 миллионов стоить. То есть все исчисляется в прям большим количеством миллионов. И какая красивая улица. Все в пальмах, все так ухожено, красиво. Чисто, прям так и хочется по этой улочке гулять каждый день. Да? 10 градусов здесь всегда теплее зимой. И летом не так жарко, как и не так дождливо, как в Тампа-Бэй, по моему опыту. Более карибский климат. Что Валерия раньше в Тампе жила, а сейчас живет в Форт Лодердейле. Вот ей есть чем сравнить. Да. Один дом хочется вам показать. Вот один сейчас строится. И рядышком уже достроили его. Ну, несколько лет прям строили. И сейчас он на маркете стоит за 8,5 миллиона. Смотрите, какой красивый дом. Им предлагали 8 миллионов, они отказали. Вот, они прям настойчиво требуют 8,5 миллиона. Ну, дом, конечно, шикарный. И он со своим причалом на канале. Мне тут прям нравится. Есть такие более или менее средние дома. Ну, средние дома для Форт Лодердейла. Не для среднего американца, конечно.